Для оперативной помощи участники СВО и их семьи могут задать вопросы по горячей линии 122. Для того, чтобы получить информацию, необходимо во время звонка выбрать цифру 1. После этого электронный помощник предложит 4 варианта тем. Среди них меры поддержки, вопросы военному комиссариату, оказание медпомощи и реабилитация, и общие вопросы по мобилизации. Горячая линия позволяет оперативно связаться со специалистами определенного ведомства и быстро получить ответ на свой вопрос. Звонки бесплатные. Многофункциональный комплекс в Березниках на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина присвоили статус приоритетности двум инвестиционным проектам, которые возведут объекты инфраструктуры в Перми и Березниках. Так, в Березниках ООО «Юго-Пермь» западнее улицы Москалева приступит к строительству водно-оздоровительного комплекса и гостиницы на 21 номер. Еще один многофункциональный комплекс в Березниках построят на улице Юбилейной. Объектом займется ООО «Шоколад». В трехэтажном здании разместится гостиница с двумя кафе на 200 посадочных мест и детский игровой комплекс. Стоимость создания оценивается в 150 миллионов рублей. Помимо этого, планируют облагородить парк «Рябиновый сквер» в 2026 году. Новые слова. В словаре русского языка появились три новых слова. Это коптер, почтамат и фото-видеофиксация. Это связано с тем, что в обществе их часто употребляют и появляются вопросы по правильному их написанию. В прошлом году в словарь внесли порядка 200 слов. Новости коротко подготовила Ксения Калугина.